дорогие выпускники, от всего сердца поздравляю вас с окончанием нашего славного первого меда, одного из самых лучших медицинских вузов страны. Студенческие годы прошли, теперь вы наши коллеги, врачи. Мы вместе с вами осваивали дистанционные образовательные технологии, а некоторые из вас работали в условиях пандемии, проявляя высокую гражданскую позицию. Я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья, профессиональных успехов. На эмблеме нашего вуза написано «Медицина Ars Nobilissima» – «Медицина – величайшая из искусств». Я хочу, чтобы вы были искусными врачами, а мы гордились вами. Не забывайте своих учителей. В добрый путь, дорогие ребята!